Сорока 3-летняя Дана Борисова заявила, что принимает ухаживание от мужчины. Незнакомец задаривает звезду дорогими подарками. Телеведущая рассказала, что в течение нескольких недель каждый понедельник получает красивые цветы от неизвестного мужчины. Блондинке приятно такое внимание. Каждый букет она ставит в вазу, снимает на видео и показывает поклонникам. Недавно Борисова похвасталась новеньким айфоном и заявила, что это тоже подарок от таинственного ухажера. В прессе стали появляться новости о том, что звезду видели в компании импозантного мужчины средних лет. Телеведущая заявила, что это неправда, а также подробнее рассказала о мистере Х. По словам Даны, поклонник раздобыл ее номер телефона, и они общаются по переписке. Я сама его в жизни не видела и не слышала. Есть только небольшая информация, что зовут его Владимир. Цветы от него привозит курьер по понедельникам. Также я стала обладателем престижного гаджета 11 айфона, но приобрела его сама на деньги, говорю как есть присланные мне на карту, привязанную к номеру, пояснила блондинка в Instagram. Борисова утверждает, что не разговаривала с Владимиром по телефону, а общались с ним только по переписке. Пару раз в день поклонник ненавязчиво интересуется у звезды, как ее дело. Дана с недоверием относится к мужчине. Как думаете, он вообще объявится? Или, возможно, он женат? Тогда мне не подходит, заявила звезда. Некоторые поклонники убеждены, что тайный ухажер Борисовой женат и точно не объявится. Почему-то так и думаю, женат и будет скрываться до последнего, ответила телеведущая. После реабилитации от наркозависимости у Борисовой уже несколько лет не было серьезных отношений. Дана надеется встретить достойного мужчину, с которым сможет создать семью. Недавно блондинка похвасталась фигурой в сексуальном манекене. Один из поклонников предложил Борисовой 300 тысяч рублей за ночь любви. Телеведущая помирилась с дочерью после громкого скандала.